Супер. Друзья мои, давайте поддержим громко-громко аплодисментами Кириченко, Гарри и Маричка. Друзья, я думаю, что это тот случай, когда все хорошо. Вот картинка, песня, вот просто класс, ребят, вы крутые. Аплодисменты! Ох, ребята, знаете, сколько бывает случаев, когда берут песню, лишь бы чтобы выпендриться, понимаете? Ваша песня была настолько актуальна вашему возрасту, она была правильно подобрана. Вы большие молодцы, а я думал, еще тут большой молодец, это у нас Катюша наша, да, мама, да? Ну похлопайте ей уже, поаплодируйте. Обожаю тебя, Катюша. На самом деле, я вам скажу страшную тайну, Катя мой самый первый педагог по вокалу. И поверьте мне, знаю, как она готовит ребят, это номер на Евровидение, честно, на детское Евровидение по-любому. Я имела неосторожность вчера лечь в 4.30, и в 4.30, точнее сегодня, я смотрела сторис Кати, как она готовит детей. Я не знаю, сколько вы спали, наверное, столько же, сколько и я. Вы большие молодцы, вы такие трудяги, я восхищаюсь вами, правда. Спасибо. Хотя у меня и забрали, изо рта вырвали мой текст. Катя, вы герой. Я не могу не выразить всегдашнее, непреходящее и уверена, что так оно и будет восхищение тем, как ваша энергия воплощается в ваших учениках и в ваших детях. Очень часто дети маму не слушают, мамы это знают. Как бы педагог это да, наше все, а мама это так. Так вот, я кайфую всегда от того, насколько ваши чудесные малявочки, насколько они всегда органичны, насколько они включены в музыку, насколько им нравится то, что они делают, а не, знаете, не дрессированные роботы. Я очень благодарна вам за то, что вы ваших детей пихаете, вернее, напихиваете, вливаете в них музыку. Извините, глаголы у меня сейчас не очень получились. Катя, спасибо вам. Вы мой сегодняшний претендент на топ. Спасибо. Аплодисменты! Спасибо! Спасибо! Кириченко, Гарри и Маричка, спасибо вам огромное!